Так, где-то здесь были дома живые. Живые дома. Вот. Паша опять спайс накурился. А где ГПшки? Отличный план, начинай. Да. А у нас резко. Я не знаю, начинай говорить. Вот тут вот вроде бы. Как-то так. Ну, то есть мы из домов, в домах высаживаем. А вот тут не едьте, мне тогда с ПТРД начали стрелять, и я, ну, немного напугался, и в дома уехал. ПТРД вводим вверх. Да, из домов, а прикрываем и пешком к этим, под прикрытием идем, потому что иначе нас расстреляют. Снайпер же есть, есть. Уже есть. И ГПшки тоже там накрывают, кто есть ГПшки, может. Вообще немного себе ГПшек наберу. ГПшки очень удобно штурмовать здание внутри, в проемы закидывают. Поэтому там ГП бери, гранаты берите, то есть хорошо будет. Берегите до... Да, стартуй. Все, готово. Они еще не... Чудо ящик сам. А где все ГПшки, когда 40 штук было? У Банзая их поменял, отремонтировал. Теперь ручные гранаты до хрена. Рация какая под... Да. Ой, 40 забрал. А дробь сильнее у Сайги бьет или пуля сильнее? По-моему, дробь сильнее бьет. Вот я сейчас проверял в одиночке, у меня там включается радейка. И эти эйсовские настройки тоже включаются, а здесь что-то опять нет. А как щит взять? Бытовая, значит. Что? А щит как взять? А как оружие используется? А, то есть если нет, то нету? Ну да, считай, если нет, то... Щит взял я. Вот, вот так ты скажешь. Что, фристайм закончился или нет? Кто у нас враг? Я все время никак не могу понять, когда миссия. Я, если что, план весь пропустил, только-только все. Так, 3 минуты курят, 40. Ну сейчас, короче, заканчивается. Весь план на карте нарисовал. Блин. Две игры, как инвалид без рации играл. Починю? Да, я просто все перезапустил.
Подожди, что ты перезапустил? У тебя тоже рация не включалась? Да. А что ты перезапустил? ИТС-ку и арму. Все разом. Понял тебя. Я тоже все перезапустил. В первой миске у меня нормально все было. А вот вторая и вот эта что-то опять не работает. Явно купил. ПЗ? Да. А мы так не будем выезжать. Мы здесь остановимся и спокойно подойдем. На 120. Пример. Короче, без радейки глухой. Ну ладно. У меня и Ваня больше фана. Ну, да. Враг нас опять высадил на лестнице. Какие вы тут? Кто это больше уходит? Только вы учтите, что они могут выходить по стенам, бегать снаружи. Давай, тебя прикрывают, пули. Во-во-во. Через стекло он не постреливает сюда в магазине. А мы из гостиницы это выйдем? Там здесь выход. Нет, ножки сломались. У нас ранено. Кимон, попробуй полечить, я прикрою. Вон он. Мертв? Да. Ладно, тогда надо выход искать. Что там, сильно кроют? Один на лестнице на втором этаже. Стакады со второго этажа. С правой стороны. А кто возле Уралов бегал? Надо прорваться. Я, короче, прорваю. Подожди, сейчас я перевяжусь, прикрою. Ага. Наверху. О, убили у нашего запустили. Ниже бери, ниже. Вот. Спиной. Что за спина? На проеме сейчас с выдушку возьму с него.
сайте больше главное. Да. Я одного убил. Там вход где-нибудь есть? Бегу к вам. Наша поперек. Зашли внутрь. Я замыкаю. Так, свои на лестнице, тут выбежал. Сейчас круг, круг, полный круг сделаем, надо... Я выспустись. Давай, назад. Мы вниз спускаемся? Вон, вон, наверх, понял. Винчестер дал одному в лицо, и он же никогда не берите в винчестер. Давайте по кругу сейчас пройдем, сначала почистим, потом второй этаж следующий. Давайте я также замыкаю, выйдите вперед. Что там, труп? Труп пахнет всякий. Уже да. Кто-то надо мной наверху крыхтит. Сейчас проведаем. Мы поднялись не там. Ранил, 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 ранил. Убил. А мы тебя потеряли, ты куда дальше пошел по кругу? Он выше поднял. Дальше убежал, убился. А, понял. Нашли. Что-то
ноги видел этажом ниже, далеко, вот, ну, сектор от нас. А кто ну, сектор друга от нас, там ноги чьи-то были. Ну, пойдем проверим. Пацаны, было осталось. Я их у них на раз. Справа видел. Понял. Понял. Ты вперед там бежал, да? Да, на второй этаж вперед. Кто? А выстрели это. Здесь у нас, у нас, у нас. Убил. Меня даже успели обозвать. Чё ты как-то вообще... Вдоник. Вверх.